здесь? Разумное случайное занятие. Что сейчас внизу мы видим? Там бордюр, правда, такой. Слабый сигнал сети. Бордюра с колы с вальта. Ну да, что такое. Зачем перехватила? Да, вот сюда. Или сразу называли дом терпимости. Вы о чем? А не баня. А, так она не работает, вот с 15-го. Ну, я с 15-го на 16-й зимой пошел уже. И пожалел. Ну, сука, я там замерз. И сейчас возьму. И вот я их не видел, не слышал. Там бильярдные еще ходят. А, что терем, что терикон, это все. Направо. Дома терпимости. Да, ну, понятно. Возишь людей туда, не париться, а? Не париться. На шаре дешевле, чем гостиницу снимать. Даже без понятия. Не, ну я предполагаю. Ну, наверное, раз люди так выбирают. Она получила премию «Оскар», обойдя в номинации «Лучшая женская роль» Дайану Росс. Но по иронии судьбы... Прибыли, благодарю. Сколько можно? 203 рубля. Слабый сигнал сети.